Так, ребятки, в общем-то у нас серия винтовок осталась здесь буквально, буквально ничего. Но давайте заглянем сначала за трофеями. Так, нам нужно завалить крипера. Так, а это у нас какой он по счету крипер-то? А, это он у нас первый, ребятки. Ну что, давайте пойдем на него. Крипер. Как какая-то корова. Ну ладно. А, вон он наш где. Интересно, что он хотел бы с нами сделать, когда добежал? Забодал бы нас своими передними лапами? Так, с крипером мы справились. У нас потом идет зум. А зум это у нас кто? Раптор? Так, но сначала... Куда? Сначала нам сейчас нужно выполнить наших 3 задания. 4 даже. 17, 18, 19 и 20. Так, старых террадона. Так, террадона это всегда опасно. Особенно с этой снайперской винтовки. Которая полчаса перезаряжается. Так, ну я успею. Ух. О, у нас 27 уровень. Но у нас и так было полно энергии, к сожалению. Так, давайте. Давайте завалим еще кого-то. Так, у нас денег-то мало. Так, у нас гуанозавр. Ничего себе, сколько здесь всего. Промах! Промах! Ладно, уходит Титанис. Но он не ушел. Думал я, как говорится, каждой твари по паре завалить, но не получилось. Да что ты перезаряжаешься? Блин, а ребята, выстрелом в сердце нужно было. Вот это я выдал. Хо-хо-хо, шедевральный выстрел. Хух. Так, гриппозаврик. Гриппозавр. Так, это у нас был предыдущий босс, гриппозавр. Нужно 4 гриппозавра. Не уйдешь. Хух. Ну, нормально, денег нам, по крайней мере, уже дают за это все дело. Так, последний у нас один старый альбертозавр. Да ладно, скажите, что не попал еще.
Правда, вам страшно было? Думали, он меня сожрет, точно думали, знаю я вас. Но нет, нет, нет. Мы закончили эту серию, мы закончили практически пятый регион. И идем дальше. Так, у нас зум, это мутабурозавр. Нет. Подождите, кто такой зум? Зум это просто раптор. Так, вернись в кадр. Так, какой-то ракурс у нас такой интересный. Птички поют. Ну, зуми. Все. Есть у нас скриншот. Да ладно. Блин, ну попал я, в общем-то. Заново, конечно. Наконец-то. Ну, точно так же было. Прицелиться я уже не успеваю. Но попадал я нормально. Так. И вот он, наш великий босс. А что это у нас за динозавр? Кто у нас там босс-то, собственно говоря? Альбертозавр, что ли? Да, это альбертозавр, ребята. Мандибула. Знаешь, мандибулу называют... ух ты, награда 320 тысяч. Мандибула это челюсти жучков всяких. Красавчик, ничего не скажешь. Ну что, рычать будешь? Давай, рычи. Не хочет. Рычи. Тапай, хоть не тапай. Настолько неторопливо винтовки у меня еще не было. Примерно такая же неторопливая, как и, собственно говоря, что, подпустим его поближе? Ну, так вот хватит. Ребятки, мы торжественно прошли пятый регион. Так, что это у нас? New регион. Так, новый регион. Да, было 5 регионов, а стало уже 15. Отлично. Да-да-да, мы отказываемся от этого события и нашли мы последний фрагмент. Ух ты, подводная лодка. Давайте смотреть на наш новый регион. Блин, 48. Ну, она почти успела загрузиться. И вот она, наша карта, магазин оружия. Вот такой вот дробовичок мы будем покупать. Ну, покупать мы будем в следующей серии с вами. А нам пока что нужно на карту. Так, у нас серия дробовиков, серия автоматов, серия винтовок. Охота по контракту. Сколько дают у нас? Молодой Зухамим. Давайте, у нас есть одна единичка энергии. Давайте сходим на Зухамима на охоту.
за 38 тысяч. Вау! Какой крутой! И карта крутая. А у нас будет здесь где-то подводная лодка? Так, вот там Зухамим. Это камень какой-то. Вау! Крутое, короче, завершение нашей серии. Реклама! Шутка. Нет у нас рекламы. На этом, в общем-то, конец. До скорых встреч!